Всем привет, с вами Прия. Как вы прекрасно знаете, расколотый берег уже открылся, и обновление 7.2 вышло, и на этом берегу строятся различные здания, как-либо помогающие нам в битве с легионом. Их всего три: это башня магов, ставка командования и разрушитель пустоты. Все они имеют уникальные бафы, как те, которые от постройки, так и те бафы, которые ротируются между собой. Всего их 4, и каждую постройку мы получаем новый баф. Итак, что же нам нужно? Что же нам нужно? Для начала мне надо сбросить крестик, потому что новый я взять, увы, не могу. Итак, строим ставку командования. Смотрим этот мини-видосик, можем пропустить его. Сдаем крестик о его постройке и накладываем на себя баф достойных защитников. Внимательно его прочитаем. Сосредоточение усилий на добыче для вас легендарного предмета снаряжения соратника. Заходим в это здание, и здесь есть этот наш командирский стол, где мы можем раскидывать различные задания. Да, появляются различные крестики. На минус 48% вероятности сейчас запущу квест. Ага. Итак, но рядом стоит моб Мэри Стоунсен. Он дает нам снаряжение защитника, легендарный сундучок. Мы завершаем этот квест, вскрываем, и нам падает легендарный предмет для нашего соратника. Это чудесная сумка. Это, кстати, весьма интересный итем. То есть, одевая его на своего соратника, мы мало того, что получаем голдец за выполнение локальных заданий, то есть, ну, просто снабжаем сумкой любого защитника, берем его с собой, если он является, конечно же, боевым спутником, то есть, как-то там сделать, по-моему, ну, то есть, вот сюда кликайте на плюсик и берете себе одного из боевых соратников. Он будет бегать с вами по территории расколотых островов. Вот, снабжаете его каким-либо итемом, и то есть получается, что конкретно в этой сумке то, что голда за выполнение локальных заданий и жетон силы артефакта за выполнение локальных заданий. Сильно, сильно, то есть это даже скажется на прогрессе вашего артефакта, то есть таким образом вы сможете его быстрее раскачать на моего мейна, на варатанка. Мне упал вот такой вот зуб. Типа минус 15 к сроку выполнения заданий и плюс 15 к выполнению этих заданий. То есть, ну, плюс 15 к успеху. Вот такие вот различные итемы. Как вариант, вы можете открыть различные базы данных, типа WoWhead или WoWDB, это английский уже ресурс, и рассмотреть там все более детально, то есть выбрать графу легендарные ячейки снаряжения защитников и посмотреть, какие вообще существуют ячейки снаряжений для защитников. Вот так вот. А так что сейчас мы лутаем просто халявные легендарочки для наших защитников. Весьма классно, потому что за все время игры Легиона на воина мне не прокляло ни одного итема легендарного. А вот на паладина на прошлой недельке, да, мне прокляло этот зубик. Вот так вот. Всех вам благ, как говорится, счастья, здоровья, хороших легендарных итемов. Теперь уже для ваших соратников. Надеюсь, вы уже себе все дропнули в плане легендарок. До скорого!